Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется зимняя одежда от чешской торговой марки «Ханах». Это горнолыжная куртка, которая также может применяться и в повседневной носке при походах по городу. Эта курточка имеет технологическую ткань, у которой есть защитный слой от пропускания влаги, и наружу выпускает избыточное тепло. Называется мембрана, это технология. Курточка имеет мембрану 6000. Это имеется в виду, что пропускаемость влаги на квадратный сантиметр достаточно долго будет не пропускать влагу, 6000 миллилитров на квадратный сантиметр. При более детальном описании, конечно, сперва хочется сказать, вот данная курточка, которая на мне, это модель, не марка, размер XL. При моем росте 1,78 м. Спортивная комплектация, эта курточка в размере XL будет подходить идеально. А более детально обсуждать, какие размеры необходимо вам, это уже будем обсуждать в более близких телефонных общениях. При более детальном просмотре курточки хочется сказать следующее. Курточка имеет капюшон, который легко отстегивается. Можно отстегнуть капюшон, и тем самым будет курточка удобная для городской носки. С одной стороны есть карман, куда легко положить можно телефон. Здесь есть специальная петля резиновая, куда одеваются наушники, если вам надо в наушниках где-то ходить. С другой стороны курточки есть широкое, большой карман для очков, как стандарт для горнолыжных курток. Также есть у куртки молния под мышками. Это вот она здесь находится. Удобно располагается, легко открыть, легко закрыть. Тем самым будет вентиляция очень комфортная, если у вас температура будет подниматься курточки. Есть наружный карман с одной стороны. Это удобный, хороший карман. Он позволяет сюда положить какие-то тоже вещи. В курточке есть нижняя часть, подъюбник. Это юбка снежная, которая защищает от попадания снега и холодного ветра снизу под куртку. Нижняя часть куртки также регулируется специальными затяжками резинами. То есть подол можно легко регулировать у курточки. Курточка имеет застежку с одной собачкой, бегунок один. Ну, это нормально, удобно, комфортно. Также есть защитная планка этого, ну, это уже на мне можно показать, защитная планка самой молнии, которая застегивается при помощи липучек. Приятный цвет внешний, два кармана широких, глубоких. Ну, достаточно комфортно курточка и при носке с капюшоном. Капюшон регулируется также и сверху. Курточка сама по себе легкая, удобная, комфортная. Рукава тоже могут регулироваться липучками. Если вас заинтересовала данная горнолыжная курточка, как не только для спортивного занятия спортом, но и также для носки по городу ежедневной, предлагаю приходить в наш спортивный магазин. И чешская торговая марка «Ханах» у нас представлена в больших размерах, в большом ассортименте. Всегда готовы вас встретить.